здравствуйте друзья мои с вами юлия бермайер и это видео для тех кто в школе занимается по учебнику spotlight и у кого к нему есть сборник упражнений открывайте пожалуйста страницу 25 будем делать номер один нам необходимо составить из данных ниже слов следующие словосочетания загородный дом домик на дереве скворечник садовый гномик даны слова tree house country garden green bird gnome. Да, образец. Загородный дом – это country house. Домик на дереве – tree house. Скворечник – bird house. Садовый гномик – garden gnome. Ну вот и все упражнения, друзья мои. Я надеюсь, что вы все поняли и вопросов у вас не осталось. Ну а легко и быстро выучить новые слова вам поможет новое приложение «Английский второй класс». Скачивайте его, выбирайте свой учебник, далее выбирайте юнит, главу или урок и начинайте учить слова. Вы можете выбрать свой темп или превратить список слов в видео с прекрасными картинками и четким произношением. Далее можно начинать тестирование. Выбирайте один из пяти тестов разного уровня и сложности и прокачивайте написание слов, перевод и аудирование. Ничего лишнего, только то, что есть в вашем учебнике. Прекрасный помощник школьнику. Скорее скачивайте. Ссылки я вам оставлю и в видео, и в описании. Учите язык с удовольствием. Вам в этом поможет приложение английский второй класс. Ну а с вами была Юлия Бермайер. До новых встреч!